Congratulations! So, it's been a pleasure to have you as my student. So, I hope we can see each other maybe in the future, and then I'll miss you. Bye! Дорогая мама, я хочу тебе сказать, что я очень горжусь тобой, что ты приехала на Сибу, и что ты прошла через эти 3 месяца, что ты выучила язык, что ты приняла этот челлендж и просто сделала лучше из этого. Я очень рада, что я приехала к тебе, и что мы смогли провести хоть какое-то время вместе. Я прошу прощения за то, что я не всегда была доступна для тебя, когда я была тебе нужна. Я прошу прощения, что иногда я... не смогла проводить столько времени, сколько бы я хотела с тобой, но все же я очень рада, что ты смогла осуществить это, что ты смогла влиться в коллектив, что ты смогла завести новых друзей здесь, и что ты смогла выучить язык, и я уверена, что ты еще его будешь учить и продолжать учить. То есть я желаю тебе, чтобы ты не останавливалась, чтобы ты брала, возможно, онлайн-уроки или, может быть, еще приехала сюда еще раз. Поэтому я сейчас за тебя. И dear mom, this video is for you. I love you. Bye.